Переулок вице-адмирала Жукова перекроют частично между улицами Греческая и Дерибасовская и временно на 17 и 18 сентября. Все будет происходить в качестве эксперимента. В эти выходные часть переулка станет пешеходной зоной. Все это в рамках проекта «Окупай Жукова», который инициировала организация «Институт города». К этому мероприятию готовились около года, согласовывали все вопросы с департаментами города. Переулок выбрали по следующим параметрам: расположение в центральной части Одессы, наличие жилого дома, культурных заведений и коммерческих объектов, ну а также припаркованных автомобилей. Мы посчитали трафики, пешеходный трафик, и получилось так, что в среднем улицу проходит в ту или иную сторону порядка 850 человек, и они страдают из-за 35 припаркованных автомобилей. На время проекта автомобилям выделят парковочные места на других территориях. В переулке вице-адмирала Жукова поставят скамейки и посадят зеленые насаждения. На протяжении 2 дней организаторы будут наблюдать за тем, чем занимаются люди на свободной от автомобилей территории. Через неделю организаторы соберут круглый стол и решат судьбу переулка. Возможно, он будет в будущем полностью пешеходным. А вот со следующего понедельника автомобили снова вернутся на свое место.